это что, в смысле? За свап. А, хз. Так, делаем вот так вот. И вот так вот делаем. Я тот самый настойчивый клокер, который думает, что у него будет все хорошо, и куплю себе Quelling Plate. Флешка, так вышло. Ты сегодня вообще в богадир мажал? Так что я помолчу. Еще у меня каждый день в матчмейкинге, почти каждый, заключается в том, что я въебываю три катки, потом побеждаю три катки, и так остаюсь на 7к уже вторую неделю, по-моему. Не выбраться никак. Андрюх, ну давайте, алло. Да, давай. Бей, алло, алло. Давай, Игорёк, хоть одну. Ничего, у нас получится все. Давай я так сделаю. У нас получится. Давай. Начиная с нижней по часовой стрелке. Да это ты, блядь, им объясни лучше. Я-то могу... Андрюх, я им объяснил. ...свои поломать. Вот. Блядь. Говорю, с нижней по часовой стрелке ебашим. Ну, одна есть у тебя. Давай еще попробуем. Так, давай, Игорек. Ну вот и все. Угу. Еще одну давай. Игорь, три уже есть. Еще? Работаем? Да. Играем? Давай. Вот что-то долго думал, бил нижнюю. А я начинаю сверху тогда буду тоже по часовой стрелке. Угу, хорош, Андрюх. Ладно, все, пиздуй отсюда. Пиздуй не отсюда. Не благодари. Заебись набузили. Просто четно. Уходишь! Ну и... Ладно. Хорошая песня, просто вспомнил. Так, а что ты ноешь? У тебя вон 6 зарядов. Да, не, мне... 12 дэмэджа. Мне поебать на самом деле. Блять. Бонта, кстати, я не беру. Я так решил сам. Хорошо. Ну, у тебя плюс 12 дэмэджа. Это намного важнее, чем какой-то баунтос. Абсолютно согласен. Так, что там? Клюкерка получится это сделать или нет? Сейчас посмотрим. Вот, что-то ранжевичок не хочет выходить. Придется делать вот так. Обосрался. ГГОП. You mean обосрался? Как же я? Все, блядь, я проиграл, все, ГГ. А может хоть здесь выиграю? И тут проиграл. Ах, сук. Ну я вот так поставлю просто, потому что могу себе позволить это. Хочешь ли драться? Давай драться. Опять Рашка что ли лагает? Да, Рашка. О, вот это все. Давай, ну копай. Оп. Ну и дерьмо. Какая же тебе пизда, Сан Кинг. Или мне пизда, кому пизда, нет, все в порядке. Всех все хорошо. Это хорошо. Как же он горит, скорее всего. Как инвокер? Горишь, сука. Инвокер тут нелегкая игра, не самая легкая в его жизни. Как же он горит. Я динаю крипов еще ему. О, как же он горит. У него сжигается мана. Ой, как он горит. Не, ну он, скорее всего, понимает, что против него как бы клокверк-то с опытом. Ключиком, да на, сука. На, сука, ключиком. Нет, ладно, ты причился. Ну и крипсингов много будет, найс. A gift
Кстати, Клокверк, на мой взгляд, тоже герой дерьма, если что. В смысле? Ну, я чувствую его потенциал, то, что... Опа. Вот и ганг подъехал. То, что вначале, типа, он на линии очень крутой, все дела, но, по сути, такого редкостного дерьма герой. Такого прям, не знаю. Подкопаешь его? Отстойный. А? Ничего. Блять, мы его не убьем так. Меня ест. Ладно, убьем. Парень. Бррр, ну это было... Ебаненько, конечно. Так, надо подпиться немного. Так, ну и на самом деле надо зажать Сларка уже. Он что-то как-то фривольничает очень сильно. О, тут Рубик еще, они охуели? Или в чем их проблема? Опа, прикольный момент. В этот раз я вряд ли уйду как куда-то. Как он горит. Игорь, я уже говорил, что он горит? Андрюх, я сгорел. Бучка использовала секретный прием под названием смокинг, представляешь? Вот сука. Ты чё? Всё, блядь, я на дезморали полнейший. Там такое было. Я больше не хочу играть. Это нормально. Так. Ну выходи, чё. Молодому Клокверку пора размяться немного. Правильно, Бучка? А, он что-то... Сын Кинг не подготовился. Гангу. Как следует. Ну что, кто быстрее? Петушара. Я же быстрее, чем ты. Ему транквилы приехали в последний момент. Вот, сука. Во гнилой. Да я и говорю. Давайте, блядь, драться. Не, ладно, пошутил. Не надо драться. Да если бы... Крипы, суки! Ебаные или просто? Да ебаные. Если бы была бы там драчка, крипов бы не было, то, скорее всего, там кто-то из них бы сдох. Почему мне так не везет? Ладно, ничего страшного. Ненавижу, блядь, пуджей. Просто ненавижу. Каждого пуджа, блядь, ненавижу. Блин, так хорошо все было, нафигел. Вот даун. Тебя ты доброго слова не дождешься, конечно. Извини. Бля, меня опять хотят разъебать тут. С Рубиком, со всеми ребятами. Может, так тебе и надо? Не, не говорят так. Опа, бучка. Бля, СК заднюю дал, да? Ты что за рофл какой-то тут такой? Кстати, у меня был этот... Вытрачен второй смок. Байбучка. Ой, еще и ТП-шку просрал парень. Все, я пошел в мид. Убивать бучку, потому что он ёбок. Давай, ебаш. Значит, он варта тут поставил сюда, да? Только так и может. Идет, да? Вот сюда вот. Хуя. Трест. Ты чё? Что я за ретард? Как я мог? Как ты мог, Андрюха, а этого? А это что такое? Опа. Не, в этот раз всё.
Игорь, надо подпить. Что за лаги? Потом подопьем. Здесь этот вирт стоит. Вирт? Вирт. Это типа в интернете когда? Там тимбер пила режет. Или... Так, а мне нужен вообще Blade Mail здесь? Наверное, нужен. Опять бучка в меди, прикинь? Да, нужен. Почему они это делают? Я еще через 20 секунд туда приеду, к бучке. Мне тоже не нравится, что он там так себя фривольно чувствует. Он пошел обходить, походу. Смотри, что делает. Она в дизраптор ФК в тавер... В таверна? Верно, да. Ой, а вниз лечу, давай бьем. Оп. Нет, вернуть? Вернешь? Не, попадай. Попал. О, гоп, подопьемся. Давай. Надо еще другу нашего таркана подождать. Так, подождали, можно ехать. Четко. А вы инвокера выпиздили, что ли? Да. Красиво. Ногами. Красиво, красиво. Спасибо. Котлетка. Так, это сейчас жирная котлетка. Ну почему? Этот мир так жесток ко мне. Понятно. Че, прям на жирненького? Вперед. А он у вас? Окей. Блять, это было близко. Убийца башни. Можете не читать эту книгу. Хо-хо-хо-хо! Ох, же ж, ну и рофлю, конечно, хорошо, очень хорошо. Ох, ебать. Ебать, он шестой, вы что, ебанулись? Откуда? Он бегает за бумажкой туалетной на свой ринг. Толстяк? Да. Непонятно. Блин, ну я не хочу товара пушить на клокерке. Я хочу идти драться, сражаться и биться, как лев, как тигр. Делай. Делаю. Игра красиво просто. Так. Вижу цель. Нас челов упиздили снизу. Это плохо. Ну да, кстати, на самом деле у нас все не... Эй, у меня F1 что-то сломался. Нет, слава богу. Просто ни одной руны на топе. Так, и дальше все профессионалы делают руку Мидаса, золотую руку Мидаса. Попробую по той же схеме сыграть. Лол, блядь. Так, Игорь, что там? Надо, наверное, инвокера пробовать душить. Может быть, да, может нет. Я возьму тут бочку, пожалуй, буду пробовать.
Души, души. Ладно, короче, он недостоин. Храбрый смерти. Блин, ну инвокер надо в соляру пойти, это самое. Я пошел. На варде стоит. Приятно так. Саппорт в команде работают. Понял. Угу. Санстракич. Там тимбер еще идет. Я даже сказал тимберок. Да. Как же хорошо играть с вардами. Прям вообще невероятно хорошо. Очень хорошо. Настолько хорошо, настолько только можно. Мое. Игорь, кажется, можно попробовать его взять. Как ты это хочешь? Как себе это представляешь, ну, Удашко? Так, потом вот как-то вот так, например. Вот. Я спецом фидит, вот сука. ПЗДЦ. А давай тавр спецом убьем. Там Рубик идет. Дай давай Рубика его. Спецом, я просто хочу его очень. Давай. Я ракеткой помогу. Блять, вот я этого и ждал. Ай. Давай руку спецом. Чё? Дай ему тыку, дай тыку, дай тыку, Игорь. Сейчас дам. Под... Я там чуть был не... А, ну я дал, да, нормального. Опа. Сука! Ёбаная жаба. Он умрёт за это. Давайте спецом санстрайк дал, потому что он фильм смотрел. Бля, это был великолепный файт от моего лица, просто. Сука, подошел, дал койл назад, не туда, куда надо. Потом запутался в крипах и вдох от Сларка. Это было великолепно. Лучший файт эвер. Так, ладно, медасик доделывать. Я не очень понимаю, зачем медас нужен клокверком, просто иначе у него вообще не будет кача. Но я хочу попробовать. Медасик у клока? Ты что? Он хороший, Игорь? Скажи честно. Готоп. Своё мнение. Не, я бы не стал. Моё мнение. Ну это бью. Да, друг? Ну, ну да, бей, окей, я своих. Ну вот. Да, спасибо. Мне чуть-чуть прям осталось. Баунтосик заберут. Хотя ладно, можно тавер, наверное. С тавера возьму. Я сейчас все равно с этих получу желаемое. Что делает? Уинвокер на миде. Спецом? Да. Блин, нас жаба душит. Реально душит. О, давай в мид, Игорь, Игорь. Иду. Иду. Я уже начинаю драки. Там сентри стоят, кстати. Да мне Андрюк, так тебя насрать. Тебя вообще. Сейчас выебут, чисто. Я их сейчас сам всех выебу. Точно? Андрюк, тебя жаба ебет. Я сам ее ебу. Видел, как я жабу выебал? Так она жива. Да, я слышал звук хукшота мимо. Это не я. Меня таких звуков не услышишь. Понял. Я клокер в четвертом поколении. Блять, сейчас слышал, что нас курубили, это полная хуйня. Да ладно тебе, че это кура вообще? Она же не дерется. Ну, хотел протащить себе айтем. Так, значит, этот артефакт я... И что дальше собирать на клоке? Ну вообще, прям ноль идей, на самом деле. Форсик не нужен, против Сларка он не работает. Худые тангусы вайпы, работают. Как-то... Купи тангус. Он без этого, без ультима. Жабенок. О да, о да. Подпёрт. Я в рот ебал домой за артефактом. Вы так там биваете вроде. Оп, Войд. Ух ты. Прям на пилу. Да.
Да, конечно, этого товарища бить. Или не уважать. Так, и чё? Надо что-то придумать. Надо. Какой артефакт может помочь к Клокверку? Пика точёная. Возможно. Блять. Ловко получилось. Ух ты. Очень неловко. Очень неловко, это вот эти попытки убить Тиндера. Он не попал. Что? Как это возможно? О, он 0 маны у него, и душить его, и душить. 40 маны, никуда не уедет. Ой-ой-ой, нам пизда. Ребят, вы чё? Ну все. Так, какой артефакт может помочь Клокерку? Ладно, я беру Аганим себе. Нет времени объяснять. Аганим одобряю, вообще всегда беру его. Да короче, пошли. О, так а ты можешь убивать со своим Сильвестр Эджем? Да, могу. Ну тут как бы стоящины не очень приятные. Давай, давай. Все, идем на кого-нибудь. Вот на этого. Подходи, подходи, Игоряш. Андрюх, там в центре по ним стоит. Я тебя вангую. Игоряш, блядь. Бегу, бегу. Бегу, бегу. А у тебя есть вижен? Блядь, ты чё, ага. Чё ты несёшь, да блядь? Да ты тут что-нибудь нажми. Vision. Иди, иди, работай, блядь, работай. Нормально, чётко, нах. Чётко. Что ты думаешь? Андрюх, тут Рубен ещё чё-то хочет. Четвёртое поколение Клокверков. Давай, я ему ракетку дам. А, все. Покажи тиме. Я показал. Свою. Андрюх, ты сейчас... Ой, Игорь, я все. Да пошли вы нахуй. Блин, там осталось 2 хп у него. 2 хп. Я понимаю. Я сосчитал все. Ну что, блин? Я без морали, я молчу. Нахуй эти, как говорится. Докопай шо? Ёп! Блять, полная хуйня. Блять, это ты, Игорь? Игорь, это тебя. Ты слышишь? Да, спасибо. Но я все равно сдох. Блять, я добил Тимбера. Из-за этого летел на хуке, и так все сложилось. А вот был бы ты Мираклом, был бы ты Мираклом, значит, да, ты бы отменил тычку. Да, он бы поехал на хуке уже, и тут ты такой бы нажал на кнопки свои, все, ГГ. Угу. Действительно. Да. Так, значит, на 15 уровне выбор. 75 дэмэджа Rocket Flare и 50 урона. Я почему-то думаю, что... Урон, в смысле? А это, кстати, хороший выбор. Это урон заебись. Не, урон заебись. Да, ну и ракетки тоже неплохие так-то. Просто понимаешь, урон скоро перестанет быть актуальным, потому что с руки я буду бить нечасто, а ракетки я буду кидать постоянно, по КД. Понимаешь, о чем я, Игорёк? Ну ты и бьёшь по КД, ракетка одна во сколько-то, а дамаг тот же. Угу. Опа. Андрюх, на то будет ТП? Нет. Ладно, Игоряш, я послушаю с тебя, наверное, я возьму все дэмэдж. Но это не факт, что правильно. Хотя в паблике, наверное, на Клокверке это правильно. Да, там кто-то был. У нас вижни нет, да? Да. Опа. Ой-ой-ой, все, вперед, вперед, вперед. Убить! 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 Куда, блять? Куда попрыгал, Вася? Кто такой? О, Андрюх, он выкопается. Чё за дерьмо происходит? Андрюх, давай, давай, жми, 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 жми. Тебе пиздец, да? Нам всем пиздец. Сделай же что-нибудь, Игорь. Он пока под достами, он уязвим. Не, нахуй. А чё он такой? О, давай, давай, Игорь, Игорячик! Хорошо. Все ради тебя. А там будет сейчас разъебывать. Просто он смотри, чего это что-то ловит. Угу. Фидить Клокверком это нормально. Вот, кстати, если бы на 15 левеле у него был бы минус респаун тайм, или на 10, ну на 10 имба, конечно, слишком, на 15, например, был бы жестко, было бы норм. Еще меня очень сильно дезморали, то, что на 25 левеле у него талант кусок дерьма. Ебать, он плотный. Ебанули еще ли совсем?
Ну это к Valve вопрос. К Valve. Опа. Опа. Я тоже хочу. В смысле, блядь? Блядь. Игорь, я иду. Антрах, не пизда так называемая. Он хороший. А как? У них там центры стояли, что ли? Что за хуйня? Почему они за мной так чизили? И били. Так. Сучар. Андрюх, я специально фидил. Я стрел смотрел. Понял. Блин, 14 зарядов, блядь, стоуна у Тимбера. Вроде он дох, вроде все равно много. Ну причем я ему ульту как бы дал третью. Ему похуй. Он 18 левел. Это много. Это правда. Так, ладно, пора охотиться за паджиком этим. Несмотря ни на что. Я, правда, его там с трудом убиваю. Скорее даже он меня убивает. Так, и что у нас тут? Трудом? Не говори так. Там слева рубик был. Ну, не получится ведь у меня. Опа, еби его. Ебить его. Красиво. Ебать? Мы сейчас еще и вард его разъебем. Как же ему будет неприятно. Какой трек олдовый заиграл. Андрюх, я в рот ебал этот движ. Или... Да, я на топ пошел фармить души. Давай, пока. Блять, зря ты выкупил вторая. Аганим дофармливать. Вот если бы на 25-м у Клокверка был бы не кулдаун, а время, длительность стана ульта, например, это было бы топово. Он был бы реально неплох тогда. Да. Но вот это вот 10 секунд батареи, такой юзлес, просто такой мусор отборный. Никому не нужен. Отборный мусор. Никому. Так, мне вот так вот. БКБ? Серьезно? Полная хуйня. Да, БКБ есть здесь. В смысле, на сарке? Ну, я и говорю. Юзлес? Это вообще плохо. Но против меня вообще не страшно. Еще? Да. Ладно. Абсолютно. Да, мидифан. Бля, бегун для кого-то. Опа, прикольный момент. А можно что-то еще мутить? Андрюх, делай грязь! Да, сейчас. Подожди, Игорь, тут волевое решение. Все, можем, почему теперь поехали. Я спецом. Кого он копает, друг? Блядь. Полная хуйня. Делаем еще грязь какую-то? Блядь, на мне time dilation, я ничего не делаю уже. У меня минус 100 армора. Блядь. Нам надо будет скоротку сейчас ебать, скорее всего. Еби хоть кого-нибудь. Игорь, никого, ты же никого не ебешь. Надо уебать отсюда. Попахивает уже хуйня какой-то. Мне пизда. Мне такая пизда. Почему ты так говоришь? Игорь, внимание. Ну. Ты бы хоть предупреждал, чтоб я не особо сильно мансил. Ага, Андрюх, красиво. Давай. Трахнул. Дал. Трахнул. А что это такое? Бля, там еще эти идут. Вот эту хуйню. Чё, блядь? Нахуя так делать? Блядь, мы же его не убьем, ну ёбаный рот. Так это толстенького. Бля, он лютанулся. Ебаный кивека. Ой-ой-ой, какие башики. Темека. Так. Что моему персонажу треба дальше? А хер его знает. Вообще, у этого героя в лейте есть только один нормальный скилл, это хукшот. Добавляем еще блейдмейл туда, и уже, в принципе, думаем о том, чтобы собрать себе октарин какой-нибудь, и просто летать, кидать эту херню постоянно. Не знаю, обычно после такого собирают Трасон Мьёльнир, допустим, или там Лотус, заебись.
Ну, Лотус, по-моему, такой себе по полезности. Тарасон, я тоже не вижу смысла, мне все равно Сларк съест. Мьёлнир. Разъебуешь. Ты дэмэдж взял, да? У меня сегодня Акс был, короче, команде, который взял дэмэдж вместо ХП. И купил себе сабельку. Ну, мы въебали сам собой эту катку. Ну, старался, у него была идея. Идея. Я не знаю, что собирать. Я не знаю. Я не знаю, что правильно. Я знаю, что могу позволить себе вот так вот сделать. Да ладно. Блять. Ааа, бучка ебаная! Сука, под жир его ебал. Какой же он уёбок. Я просто в шоке. Ненавижу. Можно бучку. Можно хекс собрать в теории. Ненавижу. А ты чё? Ничего, я устал. Я кричу от усталости. Я кричу на бучку, потому что его рот ебал. Вообще можно БКБ себе сделать всегда. Потому что у них очень много магического урона. БКБ или БКБ? БКБ. Ну вот реально, мой герой сейчас превращается так плавненько в мусоровозку. Жабу ебем? Он мы с Эгисом же, что за хуйня? Понял. Можно выебать жабу. Да все, поздняк уже. Андрюх, не хватает чуть-чуть, оставь. Извини. Да, тебе даже не было стыдно. Да, ведь правда. О, бучку. Рот твой ебал. Он же тебя бесил, правильно? Да, да, да. Левер сама. Делаем какую-то грязь лютую? Да, 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 да. Бля, ну я подбачу типа. Блять. Сзади, сзади. Купол ему. Я тут тусуюсь немного. Игорь, оставь. Да. Да ты иди. Так. Так, ладно. Вносить импакт в игру. Бесплатно, без регистрации. При помощи чего? Андрюх, там фан. Так они... Ух ты. Шо це делается? Ладно, тут, короче, вижен, я в рот ебал. Я пешов отсюда. И вот 20-й левел, ну блять, они могли что-то похуже. Ну хорошо, я возьму, конечно, респаун тайм, но 25 секунд, это же не серьезно даже. Ну, то есть, Андрюх, тебе предлагают дерьмо, и ты просто жрешь его. Да. Тебе предлагают похавать дерьма или похавать дерьма. I don't like it. В теории я могу сейчас Радик запросить. Да, это игра дерьма, она бесконечная, поэтому я запрашиваю Радик. Либо меня видели, либо, блядь, одно из двух. Игорёк! Ну. А еще и Шива Октарин. И чё? Ничего. Ну,
Да, короче, не знаю. Всё. Я сдаюсь. К чему мы не можем? Вот так вот идем и заканчиваем эту хуйню. Чё, блядь, за... Мятие сисек. Чё это за хуйня вообще, блядь? Купол въеби ему, брат. Этой хуйни так похуй. Нет, уже не похуй, Андрю. Ну, естественно, Игорёчек. Против Сильвереджи все равны. Да. Тавр идём. Ой, боже, я не знаю, что брать на этот кусок дерьма. Хорошо, все, хватит ныть, блядь, бери Шиво. Андрю, там Рубик хуел. Готов? Ты... Не, без хрона не надо идти. Блять, Андрюх, ты... Там хекс кого-то. Блять. Блять. Андрюх, без хрона не надо идти, я сказал. Ой, да пошли вы нахуй. Так ворвался идеально, как ты, и эта самая команда... Нас нихуя вообще не надо, уёбывать надо отсюда. Все, я на дезморали, всем пока. Пока. Ну и чё, ебать? Пошёл нахуй отсюда. Хуйло. Можем ещё убить. Не, спасибо. Я прокачаю топ. Блин, на самом деле они могли просто ограничить прокачку Клокверка до 19 левела. Тогда бы им просто не пришлось бы делать таланты на 20-25, потому что такое ощущение, что они как-то неохотно, блядь, их выпускали. Угу. Вот такое ощущение, что реально они всем героям уже проделали таланты. И тут как бы поняли, что Клокверку забыли 20 и 25. Да не, Андрюх, там есть, ну, похуже. Типа, просто давай дадим ему что-нибудь надъебись, как бы, чтобы. Есть это... герои с худшими талантами. Не знаю, хуже талантов, чем у Клокерка на 20-25, я пока не видел еще. Ну, я, у тролля. Естественно, не анализировал всю эту херню, а у тролля что? Минус пару секунд там топоров кручения. Или Magic Resist. А сколько Magic Resist? Не знаю, 20, допустим. Найс. 20, ну... Да, помоечка, конечно, тоже, но в целом... Не самая плохая. Да, не, это полная хуйня. И ты возьмешь, ты, ну, чувак, это возьмешь? Хуже. Левый талант просто useless. 10 секунд батареи с саной. Ну, не, ладно, в смысле, она бесконечная. Он дерьмо все равно. Или 400 хп. Ну, какие 400 хп? Ну, извините, ну какие нахуй 400 хп? Ну что, о чем вообще разговор идет? Опа. Андрюх, смотри, я прочитал, там идет бучка. Давай. Или инвокер. Трахаем его. Вот этого трахать надо. Он с гемом, блядь. Я готов. Ну, надо будет сильного трахать. Давай трахай. Потрахи... Ага. Потрахиваем. Блядь, Андрюх. Ну, точно? Красиво Затрах. Делаешь. Там кто-то подарил, кстати, вот, левый фильм, время казалось. Спасибо большое. Я помню, кстати, какую-то игру, у меня был герой с временем возрождения. Я вкачал этот... Я, короче, пару раз сдох, потом вкачал этот талант и ни разу не умер. Бля, Андрюш, ну ты просто чудовище. Да, это правда. Опа, подкатить бы их. Какая же ему пизда. У нас челс гоним, если что. Воевать будем? Да, конечно. Говно вопрос. Вот этого, трахай. Давай. Все, пока. Он без БКБ, слышишь? Я без маны, слышишь? Его возвращают. Ух ты. Меня хавают. Игорёк, сделай же что-нибудь. Делаю, брат. Снизу невыгодно бить вверх. Я знаю.
Это был очень хуёвый файт. Нас, кстати, сейчас будут догонять тут, и я, скорее всего, закончусь. Или нет? Каждый раз, когда тебя хукает пуш, что-то грустное происходит в твоей голове. Что-то очень грустное. Идем, кстати, на базе у нас. Если кому-то надо. Мало ли. Baby Rage. Да? Да. Бывает. Блин, Baby Rage топовый смайлик. Ай, не попаду. Ну, фокс. Нам брошену в бахте? Мне реально не хочется качаться до 25-го левела. Понимаешь, я не мотивирован. Я это делаю просто потому, что я привык уже. Угу. Все правильно. Отвратительно. Я чувствую себя зомби. Я бегу. Ну, я тоже бегу. Опа. Андрюш, тут это. О, у меня перделки сорвали. Ух ты. Действительно. Жабу надо брать. Стари, он хуксанул. Это полная так. Хуйня. Это такая хуйня. Ой, я там ворвался на мальчика. Блядь, серьезно нахуй? А! Блядь, как же плохо! Denied. Прикольно. Ладно, мы вроде справились, да, в этом файте? Пойдет. Да, каким-то образом. Я... Ну, походу, Войт всех разъебал, да? Да. Би-ка-би. Нихуя, он доджит. The enemy's middle tower is going down in flames. Ah, хорошо. Куснул немного. А с талантом сейчас бы не закончились батарейки. Да, хорошо было бы. Так, я туточки. Ничего не упустил, интересно? Да, ты как думаешь? Я думаю, нихуя не пустил. Я тоже так думаю. Иди Аегу, СФ. Отличное предложение. Не могу отказаться. Парни, помогаю. Давай. Опа. Так это конечная. Андрюх, ты чё? Остановись. Я ебошу как лев. Как или як? Як. Лев. Окей. Я уж подумал, ты из этих. Вот смотри. Смотрю. Я продолжаю ебошить. Я давай, лиф. Давай. А подвинуть когами. А мне не было. Слава богу, это не. А будем, Андрюх! Блять, я не ломаю. Блять, Игорь, надо как-то обузить. Блин, да у него нечестный чар, блять. У него просто нечестный персонаж. Он очень сильный у него. Блокер, который? Да. Смотри, сколько у меня урона нанес. 800, 300, 600. Ходить не могу. С руки еще бьет. Вот бы мне такого.
так точно. Смотри, оп, минус хп. Минус ебало. Опа. Форс был. Это вот как в хаесике говорят, летал был. Блять. И вот, как бы, у меня есть талант на минус 25 секунд времени возрождения, но, к сожалению, всем насрать, потому что все равно очень долго. Хотя бы 35 секунд, хотя бы 35. Ух ты. Я делаю это. Давай. Надо что-то не то делать. Сейчас будем. Так, давай, давай, иди, иди, блядь, иди, нападай на него. Я сказал, нападай на него, блядь. Подвинь, подвинь кегами. От рампа Гандру. Нету кегов. Ты че, уебок? Все, теперь умирай. Я не уебок. Ладно, я помогу. Спасибо. Нет, не могу. Все, помог. Давай, на меня хук. Резко. Давай, я давай. В лесу, стой и потом на месте, я... стой на месте. Стою. На месте. Давай. Четко. Хорошо. Я пошел. Ох, ебать. О. Я слышал этот звук. Ты слышал? Да. Уснул тебя. Ну что-то нечестный же спел этот, который инвокер накидывает, правильно? Вообще ни капли. Вообще, если так подумать, у инвокера в принципе честных спелов по сути нету. Торнадо имба, торнадо снимает с себя все бафы. Санстрайк тоже имба имбищенская, на самом деле. Тут даже говорить, почему нет, слишком много демеджа. Значит, этот Алакрити, в принципе, норм. Cold Snap, имба имбейшая. Ice Wall тоже имба. EMP, ну, EMP такой мягкий спел. Что у нас? Метеорит. Метеорит очень много демеджа, тоже имба. В общем, невозможно играть в эту игру. Все, имба, все, дерьме. После этой, наверное, если Игорь уходит, будем сундучки открывать в каесике. Вот там нет никакой имбы, там только баланс. Так. Найс, Игорь, найс. Да. Я слышу ярость. Короче, ладно, куплю БКБ. Тогда у него станет слабый герой. Блять, мне, короче, не нравится больше брать. Андрюх, вот сейчас бы я взял твой талант на минус респаун тайм. Вот у меня, допустим, на 10-м полная хуйня, 20 атак спида. Чё это такое, блять? Это полная хуйня. 175 хп, я бы тоже не сказал, что супер круто. Бля, мне бы душ. У меня просто талант хороший на душе. Мне не нужны. Андрюх, давай это. Блин, кстати, душу возьмешь, давай. Да, ну блять, ну. Слушай, Игорь, так что, мы будем тут это играть? Ну я за. Ладно, Андрюх, я скрипов возьму. С этих. Все, тогда в ТТТ сегодня будем. Я сейчас пойду с Андрюх открывать, а после в ТТТ. Если не слишком поздно только. Ну вот сейчас, после игры, Денис уже собирает. А, блять. Андрюх, давай, расчехляй. Что ты хочешь? Души? Да. Давай. Сори, там они уже по три надо. Нахуй ты качал? Да, так нормально что? Все работает, слышишь? Да, да, нормально. Как в начале. Бодрее даже. Давай, блядь, там... давай, давай, давай. Андрюх, там обузит. Забей, забей, души! Да, давай. Души! Давай. Сейчас наберись душ и вот убивай, иди. Давай. Опа, интересный момент какой-то случился, да? Андрюх, еще душ. Еще. Давай. Опа. Он тоже не пришел забузить. О, абузы! Ой, все, Андрюх, я пойду. Хотя там СК на время. Опа, бучка. Блять, немного помо. Давай, Игорь! Игорь, зажигай! Шоколад.
Короче, волевое решение. Я продаю Мидас. Хотя нет, сначала надо его скинуть, потом продать, потом купить БКБ. Какая пизда. Помоги, брат! Бучку! Ай! Согласен. Горечек. Элик! Три чувства. Так мы проебали, кстати, Игорь. Ну да. Души не забыли вовремя. Найс. Да. Ладно, сейчас еще забудем. Хорошо. Ой, бля, без душ драться. Ой, блядь. Так купи себе скипетр еще. У тебя будет еще больше душ. Че? Скипетр. Ну, у тебя написано там. А, сколько Макс, он? Душ. Нихуя себе 46? Лол, так да. Это прикольно. Так это реально прикольно? Конечно. Это реально прикольно. А че они ушли? Взять, не надо платить. Бабак что-то платить, сделал? Что почему они ушли? Да не засали. Реально засали. Ушли, реально. Так. Не, Эмиль, все равно я подзаебался стримить за сегодня. Там на расслабончике буду сидеть, яйца почесывать и в ТТТ шпилить. Ура, у меня бесконечные перделки, ура, как полезно. Так, Иха, у меня БКБ есть. Жестко. Они до сих пор работают. Ура! Если собрать Октарин, можно две запускать подряд или нет? Я думаю, нет. Тогда в этом еще меньше смысла, чем я думал даже. Что такое ТТТ? ТТТ — это Trouble in Terrorist Town. Игра в Харрис моде. Я вот так вот намекну. Че, можете кегов забудете? Кеков. Кек! Не, с Арканой я пошел драться уже, мне насрать. О, вот это что такое вообще? Ты кто? Ты чей друг? Я не с вами еще, кстати. Срок. Да мы убили всех уже. Просто? Они просто убили всех! Ну а нахуй я вообще тогда нужен? Жизненный вопрос, Игорь, жизненный. Но это обычно под тридцатник вроде, когда уже интересуется таким. А кого выберет инвокер, как думаешь? Блять, он выбрал меня. Сейчас я его сам выберу, Игорь. Это за тебя. Задоджил! О, а давай, блять, не могу бить. Почему не можешь? Сатаник нажал, бить не нажал. А, я был под бластом, под магией. Конечно, просто промахнулся. Ты видел, как я Монте задоджил? А? Видел? Ничего. Ой, нам пизда. Видел. Сейчас жаб будет нас ебать, слышишь? А нас БКБ или без? Или чё? БКБ. Смотри. Смотрю. Думаю, БКБ сейчас кончится, блядь. А, ага, давай! Ты чё? Сори. О, жаба всё. Три, два, один. Хорошо, работаем. Очень хорошо, Игорь. Очень хорошо. Вот легкая была крайне. Да не говори, нет, плохо. Точнее, его кегом. A good game. Это была легкая. Не, ну естественно, табу клокерка и шадлу финда. Как вообще проиграть-то? Я наконец бил на сейфе.